9 мая наша страна отмечает великий праздник Победы. И на ближайшем к этой дате событий, домашнем матче с Кубанью, состоялось уже традиционное мероприятие. Юные воспитанники нашей академии почтили память погибших на войне, возложив цветы у памятника Любови Кулаковой, прославленной спортсменки, чья жизнь также оборвалась в боях за Родину. Сегодня мы пришли положить цветы к памятнику Любови Кулаковой и почтить память всех воевавших на этой войне.